студія на сьомому. Для вас працює Анна Полюкова. І протягом наступної ефірної години ми будемо говорити про авіакатастрофу українського борту МАУ в Ірані, яка трапилася ровно 40 днів по тому. Сьогодні, знаємо, були певні заходи, присвячені цій трагедії в Борисполі. Там відкрили сквер. Були присутні представники компанії, просто небайдужі люди. Чи можемо ми сподіватися на незаангажоване розслідування цієї трагедії? Будемо спілкуватися про це з нашими гостями. Сьогодні це Володимир Кіров, експерт у галузі права та управління. Вітаю в нашій студії. Леонід Штекель, журналіст. Вітаю. Добрий день. А також Ігор Назаренко, політолог. І задамо питання нашим телеглядачам. Звучить воно наступним чином. Чи вдасться об'єктивно розслідувати причини авіакатастрофи в Ірані? Ну, безумовно, дуже лаконічно, так? Або ні. Це ж питання я поставлю нашим гостям, тому що розуміємо, за ці 40 днів було чимало інформації, дуже різної, проте поки що якихось конкретних рішень ми не маємо. Леоніде, ваша думка? Ну, я хочу сказати, що за прошедшее время, після нашої тої передачі, коли ми це обсуждали, ну, стали очевидны некоторые вещи, но по-прежнему главный вопрос остается открытым. Дело в том, что одно главное руководство Ирана – это Айатолла Хаменеи. Он явно хотел бы каким-то образом погасить это и не проводить расследование. Это однозначно. Вопрос заключается в том, удастся ли ему это сделать. Значит, я понимаю так, что фактически расследование стало противостоянием между нынешним президентом и главным Айатоллой Ирана. То есть, на самом деле, это перешло в сферу противостояния светской и духовной власти в Иране. Точнее, духовная власть стоит выше по реальному статусу. Что касается Украины, то Украина пока, на мой взгляд, не решается предпринять серьезные шаги, потому что без давления, я думаю, что никакого расследования не будет. Иран признал, что он не в силах провести даже по свои ящики черные, которые он забрал. Так, отдавать он их никому не хочет. Сьогодні Тегеран офіційно визнав, вибачаюся, ще вчора така була інформація, що Тегеран офіційно визнав свою неспроможність розшифрувати чорні скриньки збитого українського Боїнга. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану. І він заявив, що донині вивченням бортових самописців ніхто не займався. Тобто там ми втратили 40 днів. Там така ігра йде. Дело в тому, що в его заявлении было главным, мне кажется, не то, что он не проверяет, а то, что он обещал, что спецслужбы Ирана не будут их вскрывать. Он гарантировал, что значит, официальная власть Ирана будет стараться не допустить вмешательства КСИРа. На самом деле это звучало именно так, его выступление. Главным, на мой взгляд, было именно это. Что касается момента, связанного с... ну, и вы помните, был скандал, когда был опубликован ролик, из которого совершенно очевидно, что пульт управления знал о том, что произошло. Значит... Йдеться про фрагмент відео, який оприлюднили, якщо я не помиляюся, телеканал 1+1, да, і після цього був величезний скандал. Да, був скандал, тому що Іран не хотів об этом говорити, но фактично можна тепер щось сказати, що все руководство знало. Не тільки знало КСИР, но знало і гражданське руководство теж. Значит, вопрос заключається в чому, що, як я вже тоді говорив, я вважаю, що це була війна президента против Айатоллы Хаменеи, и именно поэтому он сказал, что признал вину Ирана. Но как дальше поступать, они до сих пор не знают. Я не знаю, чем это все закончится, потому что это перешло в плоскость внутренней борьбы. Этот момент стал очень важным моментом в противостоянии людей, которые хотят изменить характер власти в Иране. Я имею в виду протесты народные, которые выступали против Хаменеи. И поэтому, учитывая, что этого не будет от власти отказываться никогда, то я не знаю, чем это может закончиться. Ну, так склалося, що Україна має безпосереднє ставлення до цієї ситуації, тому нам особливо болить. Дякуємо вам, Володимире. Я практически полностью согласен с мнением Леонида Исаковича. Смысл в чем? В том, что есть две ответственность. Есть политическая ответственность государства, есть юридическая ответственность государства. А политическая ответственность — это сбитый Боинг, Рухани,
президент Ирана, сказал, что да, это была наша ошибка. То есть политическую ответственность Иран взял на себя. Для того, чтобы появилась юридическая ответственность, необходимо, чтобы комиссия, которая создана страной, где произошло эта трагедия, чтобы юридически было понятно, что действительно Иран и его вооруженные силы виноваты в этом. Только после того, как комиссия определит юридическую сторону виновата, то есть только после этого можно говорить, начиная от компенсации, заканчивая от всякими другими вот этими вот юридическими вещами. На сегодняшний момент в Иране ситуация следующая. Есть гражданская власть, которую возглавляет президент, и есть духовная власть, которая возглавляет... Тобто ви погоджуєтеся, що є протистояння? Протистояння не просто большое, а огромное. И, в принципе, в настоящий момент, если еще привлечь внешний фактор, где Соединенные Штаты Америки хотят изменения конституционного строя фактически в Иране, то тут получается такая жгучая смесь. Так чи інакше, ми будемо наголошувати на Україна, тому, що Україна опинилася в епіцентрі цього. Ми між двох вогнів. Україна, ну не в епіцентрі, я би сказав, а Україна прикосновенность получила к этой трагедии, которая, не дай Бог, будет в Иране иранским народом. Меньше всего Украина хотела бы в этом принимать участие, это совершенно точно. Но она оказалась в той ситуации, когда она завязана на все это. Це наш борт, це наші громадяни. Ми розуміємо, що постраждали також громадяни інших країн. Тим не менш, увага була прикута саме до України, тому що це наш борт, як я наголосила вище. Ігор, ваша думка? Ну, правда, я думаю, ми не узнаємо ніколи. Нам буде представлена якась версія. Версія буде в рамках договорняка. То, що це не случайність, це можна відслідити по цілому ряду факторів. Видимо, было принято решение, что именно наш самолет станет той жертвой, которая остановит уже нависшую реально войну между Соединенными. Вы радикально думаете? Ну, я вижу просто это, вот, потому что вот даже тот видеоролик, который был, ну, просто вот медицинский факт. Вот откройте статью BBC, посвященную этому, там англичане все выкладывают, у них Ми-6 не спит. Они вроде бы как там не сильно пострадали, там пару человек, но они достаточно подробно все осветили. И если внимательно прочитать ихнюю статью, то там они выводов не делают, но как бы они напрашиваются сами. Даже вот тот знаменитый ролик, который Нариман, это так называется канал в этом самом в Твиттере, который появился и показал, как самолет падает, вот, а я как ПВОшник сразу увидел сбитый самолет, так падают цели. Ну, то есть, когда мы летали, когда мы были на учениях, вот, вот так вот падают цели, когда мы сбивали цели. Две ракеты было выпущено. Вот, да, выпущены были две ракеты. Две ракеты выпускаются обычно для того, чтобы точно добить цель. Вот, то есть, задача была, так сказать, цель уничтожить. И это никакая не случайность. И я общался с одной милой женщиной, она говорит, ну, там, ну, представь себе там вот эту вот войны ислама, как они там называются, да, и там какие-то полуобезьяны сидят, нажимают на кнопки, и там ракеты летают. Я говорю, ну, знаете, что мы недооцениваем. Совсем, да, совсем все не так, потому что, как бы, на самом деле, значит, комплекс ТОР из себя представляет, это современный, я там 30 лет назад служил, у нас была более, так сказать, примитивная система, но она тоже включала из себя несколько объектов, то есть была РЛС, РЛС широкого наблюдения, РЛС точечного слежения, это были две разные станции, плюс командный пункт, плюс офицер дежурный и плюс командир, который принимает решение о пуске. То есть вы представляете, какая цепочка начальников принимает решение о том, чтобы запустить эту ракету. И у иранцев точно так же. Какой бы национальности ни были там люди, которые занимаются пуском. Дивитесь, серед информации есть такой факт, что начебто літак мав вилітати раніше. Але він вилетів з затримкою. Смотрите, тобто, там... Чи можна пов'язувати ці фактори, виходячи з вашої версії? Там дуже багато всього цікавого. Значит, во-первых, ми знаємо про те, що американці закрили для своїх самолітів польоти за 2 години до цього. И как бы официально об этом сообщили, то американцы не могут дать, скажем, четко, так сказать, пояснение, знала ли об этом украинская сторона. Но они говорят, мы открыто об этом, это не секретная информация, мы закрыли небо над Ираном за 2 часа до этого. При этом и до нашего самолета, и после нашего самолета спокойно летали другие борты. Они взлетали, садились. Был один только инцидент с австрийскими авиалиниями.
они потребовали от иранской стороны, то ли они американцев читали, то ли что, там на 9 часов была задержка, они потребовали от иранской стороны гарантии, что их борт безопасно пересечет иранскую территорию. И они 9 часов ждали этой гарантии, потом слетали и пустым самолетом прилетели обратно, больше не летали. Дуже шкода, що ми таких гарантій не отримали. Ми зараз почуємо ще одного спікера, це Вадим Громов, авіаексперт. Вадиме, вітаємо вас. Добрий вечір, уважаємо телезрителі і студія. Отож, знаємо таку інформацію, що вже Іран офіційно визнав, що він не може досліджувати чорні скриньки. Отож, на вашу думку, чи було це навмисним затягуванням розслідування, тому що 40 днів ми втратили, по суті? Ну, во-первых, я хочу выразить еще раз соболезнования родственникам и близким всех погибших. Вот, вечного полета, Царствия Небесного всем. Во-первых, это было видно с самого начала, что никто не собирался расследовать. Посмотрите, как они начали убирать обломки трактором. Это был первый признак повредить те доказательства, которые... То есть сам подход к расследованию, он был уже предрешен и ясен. Да, конечно, на сегодня Чикагская конвенция говорит о том, что на территории государства, если произошла эта авиакатастрофа, то она имеет право, так сказать, на свое усмотрение привлекать, не привлекать кого-то. И они пригласили, государство Иран пригласило нашу сторону, приедьте, послушайте. И мы, как государство Украина, обращалась официально и к правительству стран, таких как Канада и Франция. Действительно, это был международный как бы формат, но это все как-то привело к тому, что мы, вот, к большому сожалению, пока имеем устное извинение и, так сказать, соболезнования, которое, так сказала, высказала нам страна Иран. К большому сожалению, не хотелось бы это, конечно, верить, но, скорее всего, что так на этом и останется. Почему? Потому что если бы они бы отдали бы ящики черные, которые можно было все бы просмотреть, прочитать, это были бы главными, так сказать, вещественными доказательствами, которыми, с помощью которых можно было бы идти вперед и, так сказать, юридически преследовать, говорить о каких-то компенсациях. А здесь остается уже все, так сказать, на усмотрение самой страны. Я думаю, что она не будет ничего дальше делать. Вот эти извинения, которые были, это будет максимум точка. Никаких финансовых компенсаций и всего остального. Мало того, очень странно, да, погибло наших 11 человек, а как они это отнесутся к своим, там на борту находились более 80 граждан непосредственно с паспортами Ирана, также граждане Канады, но это те же иранцы, которые получили гражданство. Мне вот очень интересно, что будет происходить там. То есть они, 11 человек, повторяюсь, граждане Украины и наш самолет, а остальные, там более 150 человек, это, будем говорить, их граждане. Вот что с ними они будут делать? Будут ли они извиняться финансовыми компенсациями и как-то подходить, относиться как бы к там. То есть, повторяюсь, мы в меньшинстве. Вот тут вопрос именно подход ко всей этой трагической ситуации, к трагическому рейсу. Сьогодні під час відкриття скверу пам'яті жертвам авіакатастрофи міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, що нашу сторону українську не задовільнить власне визнання провини якогось одного солдата. Так, ми потребуємо незаангажованого розслідування, компенсації рідним та близьким. Тобто, на вашу думку, це все ж таки залишиться лише на словах, і Іран на це не піде. Посмотрите, сколько было различных авиакатастроф с участием различных стран. И если вы помните, вот в рамках урегулирования одних взаимоотношений Борис Ельцин передал черный ящик через 10 лет. То есть президент страны передал через 10 лет. Это надо, чтобы что-то наступило. Но я не думаю, что сейчас, в данный момент, наступил или скоро наступит тот фактор, который бы передал бы. То есть эти ящики есть у них, они вряд ли их повредили, просто они не собираются отдавать их. И, повторяюсь, этим можно заниматься годами и десятилетиями. И это не одна авиакатастрофа, которая происходила. И, то есть, если настойчиво, ну, разве что в информационном поле это будет все находиться, но я думаю, не более. Моє таке мнение. Дякуємо вам, Вадим Громов, авіаексперт. І ось щодо тиску, дійсно,
міжнародного простору на цю ситуацію? Наскільки він можливий, наскільки він необхідний і чи буде він відбуватися? Ну, хочу отметить, что Иран в последние 40 лет, он постоянно находился под санкциями. И он привык, Иран, избегать негативных последствий санкций. Поэтому международное влияние на него достаточно слабо будет влиять на то, чтобы он хоть как-то начал двигаться и выполнять обязательства международные. В первую очередь, если мы говорим о международных обязательствах, это международные конвенции, которые говорят о том, что Иран должен расследовать, организовать расследование, то есть юридический факт установить того, кто виновен в этой катастрофе. Однако Украине, как государству, необходимо однозначно все максимум международных правовых усилий предпринять для того, чтобы и санкции вводить, и в суды подавать, и различного рода делать консультационные органы совместно с Ираном для того, чтобы выяснять всю ситуацию, для того, чтобы реально хоть как-то иметь возможность влиять на ситуацию. Чи має достатньо важелі Україна в цілому для того, аби якось впливати на цю ситуацію? Чи дійсно ми маємо задовільнятися тим, що визнають якогось солдата винним, і ми не побачимо навіть жодних компенсацій близьким, тому що йшлося про 80 тисяч доларів, а зараз взагалі якоїсь конкретної інформації ми не маємо. Ну, хочу отметить, що є міжнародна конвенція, яка передусматривает расчет, формулу расчета ущерба по случаю, если погиб человек от, в процессе перельота. И, как мне рассказывали мои знакомые специалисты в этой сфере, сумма компенсации для украинца должна составлять по этим международным правовым документам от 130 тысяч долларов. Угу. То есть это минимальная стоимость. Ну, тобто вже не 80. Конечно, конечно. Более того, 22 тысячи, в районе 22 тысяч долларов, должны заплатить авиаперевозчик совместно с его страховыми компаниями. Причем это должно сделать, как сказано, незамедлительно. Угу. Я хочу сказать, что здесь ситуация достаточно сложная. Во-первых, нужно иметь в виду, что страны Запада, которые тоже в этом участвуют, не очень-то хотят сильно давить на Иран. Значит, здесь же проблема заключается в чем? Иран очень часто совершает действия, которые с точки зрения международного права выходят далеко за рамки. Ну, только недавняя история, когда иранские, представители иранских спецслужб были высланы из Франции за подготовку политических убийств в Франции и в Бельгии оппозиционеров иранского режима. Ну, это они были высланы, и все, больше ничего не было, хотя это, вообще-то, грубейшее нарушение закона. Даже с Россией был скандал грандиозный по этому поводу убийства в Германии. Там было убийство, правда. Но ни Франция, ни Бельгия не решились на активные действия. Они стараются как бы найти, как-то пытаться договориться. Тобто дипломатия, на вашу думку, зараз також переважить? Да, и я хочу еще вот что заметить. Дело в том, что очень важно, что парламент Ирана очень негативно отнесся к попыткам вообще признания вины президентом о том, что это Иран сбил. В парламенте Ирана, за исключением одного-двух депутатов, было воспринято негативно. То есть парламент, законодательный орган страны, был категорически против брать на Иран эту ответственность. Это была чистая инициатива Роухани и кабинета министров Ирана. Значит, обсуждение в парламенте всей этой истории, по-моему, один или два депутата всего поддержали обвинение в адрес руководства КСИР, которое было, стояло за тем, а остальные все поддержали КСИР. Поэтому я вообще сомневаюсь, что светская власть Ирана готова к каким-либо действиям. Значит, поэтому понять, как сейчас поступать, то есть достаточно жестко давить на Иран, Украина вряд ли решится. Значит, у нас связывают торговые отношения. У нас есть определенные отношения, и я не думаю, что украинское руководство решится пойти на разрыв этих отношений. Насколько вообще будет создана компания по
вот при выделении такому, я уже не могу сказать. Дело в том, что вот заметьте, вот история с тем Боингом малазийским, который сбили военные, российские военные. Там ведь тоже история, то есть вот идет долгая процедура, признание. Россия гораздо более контактно идет, чем Иран на все это. Но все равно не очень активно идет это действие. Фактично ми начебто бачимо визнання своєї провини, але на справі нічого не відбувається. Я хочу подчеркнуть, то, що Іран признав свою вину, я повторяю, мне кажется, это не государство, не решение. Это был конкретный сиюминутный шаг президента в борьбе его с Ксиром и с Аятоллой. А на дальнюю перспективу этот шаг не вряд ли имеет далеко идущий. Той факт, что президенты інших країн почали про це казати, це могли якось вплинути на необхідність визнання? Я думаю, что для Аятоллы Хаменеи, это, в общем-то, не принципиальный момент. Я хочу напомнить, что в Иране было убито более 1500 человек в ходе протестов. То есть, на самом деле, это вообще беспрецедентные расстрелы были. Это были прямые расстрелы людей. И, мир сказал, это плохо, да. Там даже хоронили, есть сведения, что выбрасывали людей с каменными блоками в море, топили. То есть вообще примеры расправ над своими гражданами сумасшедшие. Але в цьому випадку йдеться не лише про громадян своєї країни, да, але там в основному знаходяться граждане Ірана. Я з експертом не зовсім согласен. Їх не інтересує, що будуть думати граждане Ірана по цьому поводу. Це буде сказано, що вони мученики великої війни проти притворного влияння Заходу і все. Поэтому я бы очень осторожно сказал. Давить на Иран возможно только если все основные европейские игроки примут решение целенаправленно давить на Иран. Но вот я говорю, я не очень верю, что Канада, Франция, Германия, Англия, что они решатся на это. Я скорее думаю, что они будут стараться выражать свое недовольство, но очень осторожно, в очень ограниченных масштабах. Юрій, чи розділяєте ви таку думку? Там достатньо посмотреть, как высказывались лидеры государств. Значит, первым высказался господин Трамп. Он сказал, что, по моим данным, когда еще иранцы говорили о том, что просто загорелся двигатель, и они пытались даже сесть, вернуться там и так далее, то Трамп сказал, что, по моим данным, это их сбили иранцы ракетой. И весь мир, заметьте, это сказал первый Трамп. Потом, после этого Рухани говорит о том, что да, это мы сделали случайно, и после него все, значит, Трюдо, кто там еще, уже не помню, еще кто-то из премьер-министров пострадавших стран, все сказали, что да, мы знаем о том, что это сделали иранцы, но они это сделали непреднамеренно. То есть все лидеры подчеркнули, что это случилось, да, виновата иранская сторона, но непреднамеренно, непреднамеренно, непреднамеренно. Почему такое единогласие? Причем очень быстро такая согласованность в высказывании. Это говорит о том, что принято решение ситуацию обозначать именно вот таким вот образом. Почему? Потому что мы знаем ситуацию до того с этим самым Сулеймани, когда он был беспрецедентно там расстрелян, и это вталкивало Соединенные Штаты в войну с Ираном, и Иран не мог увернуться от этой войны, потому что это был удар в лицо. То есть на самом деле, есть мнение, опять же, что это была подстава Трампа, чтобы втянуть его в войну с Ираном, на которую в свое время не решилась предыдущая администрация. Вы помните, они долго-долго собирались воевать с Ираном, анонсировали эту войну несколько раз, потом откладывали, и, в общем-то, абсолютно разумно ее не начали. Потому что выиграть войну с Ираном в поле Америка не сможет. Значит, теперь дальше. Значит, мы видим, что через какое-то время Трамп убирает людей, ответственных за уничтожение Сулеймани в американских спецслужбах,
Факт, факт. Проверить можно, пожалуйста. Я не согласен. Вот. Вы скажите свою точку зрения. Значит, потом, что мы наблюдаем? Потом непонятная бомбардировка Ираном американской базы, которая вроде бы как они ее бомбардировали, но при этом как бы ни один военнослужащий не пострадал. Иранцы сказали, что там погибли почти все. Американцы сказали ха-ха-ха, ни одна ракета не взорвалась, и даже показали, что они там как бы не долетели. Вот. То есть Иран явно не хотел провоцировать Соединенные Штаты, но им надо было как-то продемонстрировать, что они как бы вот не молчат. У них же есть внутренний протест. Причем, что Леонид Исаакович считает, что они не считаются с мнением иранского народа, они не могут с ним не считаться. Потому что большинство иранского народа было в бешенстве после того, как Сулеймани вот так вот взяли, расстреляли. То есть на самом деле ситуация была неуправляема в стране, и с этим надо было что-то делать. Отсюда они и решились обстреливать базу. Но как бы обстреливать и не обстреливать, потому что уже за годы вот этих санкций, я говорю, что это ситуация ровно такая же, как с Россией. Вот объявили санкции, объединили их, 40 лет они идут, эти санкции. Но вы знаете, что есть программа «Нефть в обмен на продовольствие» иранская. Есть? Есть. Это серая схема, по которой... Это была иракская программа. Вот. И, иракская. Ну, она иракская, совершенно верно. Это иракская нефть продавалась в обмен на продовольствие. И разрешили это кто? Американцы, да, которые сидели в этой схеме и сидят до сих пор. Поэтому как бы всем хорошо. И ломать вот этот вот сложившийся, так сказать, сложившееся равновесие никто не хочет, ни с той, ни с этой стороны. Так. Поэтому у Украины нет никаких шансов. Я здесь, да, я категорически не согласен с тем, что говорит Игорь. Ну, во-первых, хлеб в обмен на нефть в обмен на продовольствие — отдельная история. Во-вторых, в Америке очень большая разница между демократами и республиканцами. Никак не мог решиться действовать с Ираном именно Обама. А Трамп действовал. Мало того, что Обама не решался делать, он сделал Ирану огромные подарки. Он подарил ему миллиарды долларов. Вот, для сделки, на которую он рассчитывал. Поэтому это отдельный разговор. Я думаю, что здесь все не совсем так, как говорит Игорь. Почему? Во-первых, я не думаю, что в Иране было встречено негативное убийство Сулеймани, потому что к Сулеймани отношение было разное в разных кругах. И это очень хорошо видно по акциям протеста, на которых сжигали плакаты Сулеймани. То есть огромное количество иранцев ненавидит Иксир и Сулеймани, и вообще все это мини-государство в государстве. Поэтому вот здесь это не при том. Мало того, иранцы ударили по базе США. Там есть определенный момент, почему, как об этом сообщали СМИ. Я об этом писал, это долгий разговор, это можно отдельно рассказывать. Вот, они нанесли удар, но американцы перехватили сообщение об этом ударе и увели солдат в бомбоубежище, но часть людей была контужена. Это известно, уже сейчас сообщено. То есть иранцы старались упасть. Но старались они, к сожалению, к счастью для американцев, плохо. Действительно, многие ракеты попали не туда, но это связано с умением с умением КСИР стрелять ракетами. Ну, на жаль, склалося так, що дві ракети все ж таки потрапили не туди. Дело в том, что почему они попали. Але в наш літак. Я понимаю. Вот это очень интересный вопрос, почему они попали, как они попали. Это можно долго говорить. Значит, вопрос о том, что я уже говорю, что я лично убежден, что это был организовали оборону, ожидая американского удара по Тегерану. Они организовали оборону, организовали его бездарно. И в результате эта оборона привела к тому, что они подбили украинский самолет. Что касается... Две ракеты. Да, но дело в том, что... Відрізнити пасажирский літак... Понимаете, здесь проблема в чем? Значит, во-первых, уже це проблема, почти 100% у него был транспондер, то есть устройство для подачи сигналов пассажирского самолета. Что думал тот, кто сидел там, у этого самолета, это понять очень сложно. Вы почули думку, что далеко не одна людина принимает такое решение. Так? Понимаете, вот здесь проблема заключается в том, что мы не знаем про уровень... дело не в том, что там идиоты или дураки. Мы не знаем про то уровень того, что там происходило. Но... Игорь зазначив, что мы недооценивать можем, а далеко недооценивать. Да, но дело в том, что, понимаете, вот это проблема, которая, к сожалению, если бы здесь стреляли по цели, которая идет далеко, а она летит очень близко, ее определить достаточно легко, найти, определить эту цель.
Это, в принципе, Бук тогда тоже же был без, без наведения ракет. То есть он был тоже использовался... По гражданскому самолету очень просто стрелять. Он летит медленно, неторопливо и... И большой. И большой, да. Вот. Поэтому, понимаете, здесь та ситуация... Короче, двечи. Я снова... Но это, понимаете, в чем дело? Тот, кто стрелял, его, он совершенно не думал о том, что это... Если он считал, что он пытается поразить ракету... Но ракета летела от... Это вообще бред совершеннейший. То есть, ну, понять, что там произошло, невозможно. Они кого-то там арестовали, но я почти уверен, что даже стрелочника не будут обвинять ни в чем. Потому что если стрелочника обвинять, то встанет вопрос об уровне командования КСИР. Для КСИР это такой скандал, что не будет никого... То есть его поддержат и потом выпустят. Я даже не сомневаюсь в этом. Ты думаешь, наскільки показовим є той момент, що зараз ми маємо 40 днів і не маємо ніяких конкретних ще результатів? Це є таким зрізом та показником того, що нічого і не буде відбуватися? Я уверен був з самого начала, що ніякого розслідування не буде. Я даже не сомневался в этом, потому что когда появилось, вот тут совершенно согласен, когда появились сообщения про трактор, его опровергали, но когда появилось сообщение про трактор, это само по себе говорило. То есть когда трактор пригоняется на место аварии, это значит, что стараются поскорее закончить, убрать все следы. Мы до сих пор об этом говорим, потому что в Иране часть людей вышли на улицы с требованием, это получило толчком против Хаменеи, поэтому этот факт еще до сих пор висит. Если бы этого не было бы, то после того, как в парламенте Ирана лишь один человек осудил КСИР за то, что было выпущено... Один депутат осудил, по-моему, один или два, вот я сейчас не помню, осудил КСИР за то, что они выпустили ракету, все остальные хлопали КСИР, когда они там выступали, то я думаю, честно говоря, что вообще бы не о чем было говорить. То есть вообще ничего не было. А так часто происходит, то еще бы идет попытка использовать это. Это мое личное. Я вам расскажу один факт, который меня вот как ПВОшника возмутил. Значит, они там сообщили в этой статье BBC есть о том, что иранская сторона сообщила, что якобы гражданские службы аэропорта, авиадиспетчеры, не поддерживали связь с ПВОшниками, которые были там рядом. При этом ПВОшники были не просто на боевом дежурстве, они были в состоянии боевой готовности. Они уже готовы были к войне к США. 2 часа, как они уже считали, что война началась. Да, все правильно. Американцы закрыли небо 2 часа назад. И они говорят, что они не общались между гражданскими службами аэропорта. Я вам говорю, что мы сидели, охраняли Кременчугское водохранилище. У нас никакой войны не было. У нас рядом был аэропорт. У нас было просто обычное рядовое боевое дежурство. Я как оператор РЛС получаю от гражданских сопровождения борта. Я говорю, веду. И веду его, пока он уходит. И просматриваем небо, не появляется ли там чего-то такого, чего мы не ведем. Собственно говоря, в этом является боевое дежурство. Здесь проблема заключается в том, я совершенно согласен с Игорем, но тут совершенно другая ситуация. Это Иран. В Иране гражданские службы, светская власть не подчиняет, не контролирует КСИР. КСИР, которому принадлежит, они полностью лежат вне гражданской власти. Это вообще государство, у них свои предприятия, своя структура, своё управление, все полностью своё, понимаете? Но мы понимаем, что от наслідків, от дій цих людей постраждали наші. Да, конечно, да. И, до речі, 176 людей, я хочу нагадати нашим телеглядачам, вот, скільки всього жили. Понимаете, в этот раз за существование такого двоевластия в Иране заплатили в том числе и мы, в этот раз. Другой раз кто-то другой заплатит. Знаете, в стране существует огромное недовольство властью КСИР. Но это недовольство разгоняется силой и давится. Я не сомневаюсь в том, что очень многие приветствовали убийство Сулеймани, потому что КСИР опротивил уже людям, он забирает все деньги. Все самые выгодные бизнесы занимает КСИР. Вся внешнеэкономическая деятельность проходит через КСИР, понимаете? То есть это структура, которая полностью, как паук, которая держит Иран в таких руках. Ну, как, кто будет любить такую структуру? Это же смешно просто. Поэтому, повторяю еще раз, эта структура, по официальной версии было заявлено, что только на третий день КСИР официально сообщила Генштабу, который участвовал в создании комиссии после гибели Света, что это КСИР сбил. На третий день КСИР сообщил. КСИР не подчиняется Генштабу армии, не подчиняется президенту. Ну, на самом деле, то, что Генштаб знал
По видеому, да. Сразу же. Да, но об этом так, есть много доказательств. Так они заявили в парламенте. Гражданская авиация, да. Она тоже была уже в курсе сразу же после того, как было сбито. Они прекрасно знали это. Возможно, подозревали, Владимир. Возможно, подозревали. То есть, я абсолютно уверен, что иранское ПВО — это люди достаточно высокопрофессиональные. Может быть. В любом... И больше чем уверен, что они проходят подготовку перед тем, как передают оборудование им. Это нормальная практика. Высокотехнологическое оборудование не передают без того, чтобы обучать людей и без того, чтобы после гарантийное и тому подобное проводить. Владимир, я не буду спорить. Поэтому я больше чем уверен. Могут быть даже офицеры другой национальности. Да, но я об этом и говорю. Понятно, чье оборудование там стояло. Поэтому я больше чем уверен. И свидетельство тому, то, что не отдают черные ящики. Свидетельство тому, что был сознательно сбит наш самолет. Скорее всего, команда давалась не просто на уровне простого этого оператора, а где-то выше. Более того, мне кажется, что это была система глобальной какой-то игры. Игры именно КСИР. И не только внешнеполитической, но и внутреннеполитической в том числе. Потому что когда КСИР... Что такое КСИР? Вот правильно Леонид Исаакович говорит. КСИР — это система, которая работает только тогда, когда народ находится в постоянном страхе. Как только народ теряет страх, КСИР начинает распадаться. Он становится ненужным. Поэтому система страха в государстве... Мы с вами, кстати, были 5 лет тоже в этой системе страха. Нам создавали ее. И, в принципе, если бы еще лет 10 эта система страха была, то у нас бы появился тот же самый КСИР бы появился. До нашего темы все. То есть, на самом деле, КСИР сейчас мониторил и сделал то, что сделал. И он это сделал умышленно. Более того, и Рухани, он, зная то, что КСИР виноват полностью, он признал вину политически за Ираном. Тим не менш, зараз есть, ми маємо... Можна мені один пример привести? Буквально 20 секунд, будь ласка. 20 секунд. Історія з збитим Іл-20 російським. Офіційно ж Росія обвинила в цьому Ізраїль. Но на самом деле і Росія, російські війська арестували всіх операторів, які сиділи в це время на РЛС. Тобто вони совершенно чітко знали, що ці запустили просто. То же саме, некваліфіцірований персонал. Я боюсь, що тут варіант такого теж є. Можливість варіант такого теж є. Все, извините. Поки що ми, на жаль, не маємо відповіді на це питання. Тим не менш, хочу зазначити, що відповідаючи на наше питання інтерактиву, глядачі зазначили сподівання, що все ж таки вдасться об'єктивно розслідувати авіакатастрофу в Ірані. Трошки раніше результати були 75%, зараз вважаю так 60%, і відповідно ні 40%. Я дякую, що були сьогодні з нами. Нагадаю, з нами були Володимир Кіров, Леонід Штекель, Ігор Назаренко. Для вас працювала Анна Полякова. Зараз на вас очікують світові новини, а одразу після них ефір 7 продовжить мій колега Євген Салтан разом з гостями. Не перемикайтеся.